Всем привет, это канал Красного Герцога, и мы продолжаем играть в игру King Arthur Knight's Tale. В прошлой серии мы остановились на том, что не закончили до конца миссию дополнительную, которую взяли. Миссию по зачистке, точнее, разобраться, что произошло в деревне, зачистить, в общем-то, отнежить ее. Взяли здесь, нашли монаха, который не монаха, а колдуна, который, походу, в общем-то, тут всю эту хрень и устроил. По проблемам техническим с игрой я не знаю, как тут, что, в общем-то, делать с нею. Она продолжает удивлять. Вот сейчас я просто покрутил, да, камеру. У меня FPS скачет от 12 до 60. На экране загрузки скачки от 5 FPS до 70. Оптимизация никакая. В общем-то, просто какой-то лютый трэш с игрой творится технически. Если просто вот так вот сделать, немножко подождать, FPS поднимутся до 50-60, и потом какое-то время можно бегать даже по карте с этими FPS. Ну вот сейчас 30-ник, например. Как долго это будет продолжаться, не ясно совершенно. Кстати, карта здесь... О, карта все-таки есть, я что-то тормозил, но карта, конечно, мутная, ни хрена непонятная. Здесь пройти нельзя, да? То есть вход только здесь. Или вот здесь можно попробовать. Сейчас попробуем. Вот. Много всякого разного пытался. Говорил, в прошлой серии будем ждать выхода патча. Но на самом деле, вот опять же, в начале игры было все нормально. А 29 числа апреля вышел патчик. И похоже, именно этот патчик все, в общем-то, и поломал. Многие пишут, жалуются на Стиме, в Стиме в обсуждениях на проблемы с FPS-ами. Кто-то как-то их по-разному пытается починить. Ничего мне не помогло, к сожалению. Ну, вот опять до 16 упал. Ну вот как это вообще с этим можно бороться? Нет, здесь есть проход, кстати. Вот они, оскверненные руины. Эти с этой стороны мы зашли. Ну, пойдем через главный вход, наверное, да? Вот, отсюда. Не знаю. Вот сейчас 24. Ну, какой-то вот... алтарь. И что ты нам дашь, алтарь? Благодаря успехам чародейства ты знаешь, что этот алтарь дает силу резвость. Использовать. А что даст эта сила резвость? Не очень понятно. Допустим, опять же, на себя. И что мне это дало? Плюс 2 к максимуму АД до конца след... Вот оно что. Максимальные... Так, хорошо. Резвость дает нам максимальные очки действия. Ну, увеличивает, в смысле, максимум очков действия. Хорошо, будем знать. Ну, ладно, давайте. Давайте сунемся уже и закончим эту миссию. Так или иначе. Это полезло всякое. Народу тоже будет дохренище, да? Красавец. Так. Да, народу тоже дохренище. Сэр Калот непреклонный. Это уже не рядовые граждане, да? Темные эссенции. Я так понимаю, это типа бомб будет, да? Потерянный, хотя нет, вот тут потерянный простолюдин. Можно поставиться вот здесь. Или же остаться здесь. Или вообще сюда переместиться. А надо ли мне сюда перемещаться? С другой стороны, это вот типа листики такие. Ну, как-то да. С другой стороны, тут есть эти бочки. И, сэр, Иринфаль хмурый. Можно попробовать будет взорвать эту бочечку, да? А он наверное, пройдет мимо, проскочит здесь. И это все будет впустую, да? Что-то тоже бочки есть. И к ним лучше не подходить. Давай, наверное,
Давайте лучше вот здесь выстроимся. Так, Мордред. Awaiting your command. И... For king and country. Так. The Lord is my witness. What? Вот так вот. Вас здесь поставим. Нет, наверное, Мордред, давайте вот сюда. I serve the Lord. Ага, ты отсюда. Хрен по кому попадешь, да? Ну-ка. А, нет, нормально, попадает. Окей. Ставим так. Сейчас, секунду. Завершить. Ну и поначалу по классике. Да, опять же, будем в оборону. Под Полином. А, стопе. Сколько там? А, я еще с одного выстрела ты не разбиваю. Да? А, ну все равно не дотягивается. Ладно, тогда поджигай. И... Ну, давай простолюдину, что ли. Ой. Будет больно. Нормальненько откинули, да, и давайте на него замедление повесим. Вот. Они похоронили меня на ложе из цветов. Теперь я жажду только крови. Текс. Ну, продолжаем стоять. Я к вам, ребят, не пойду. У меня для этого лучница есть. Какой жирный. О. А то стоит тут, понимаешь, выпендривается. А ты у нас продолжай долбить по Авастану смелому. Проклят навечно, сэр Эктор. Ой-ой-ой, колдун. Колдун — это плохо. Оп, подошел. Можно попробовать разбить эту хреновину и посмотреть, что будет. Оп, зря подошел. Так, оборона по-прежнему. Лучница. Оп, и что? И, по-моему, похрен вообще, абсолютно. Есть что-то здесь? Бонус к урону, силы. Траты ауры скверные. Что дает аура скверный, не ясно. Ну, ладно. Так, а чё ты стоишь-то? У тебя очков ходов нет. Чё ты продолжаешь тут стоять-то? О, душевно. Душа в душу. Туда. И... Сюда. Скоро увидимся в аду, сэр Эктор. Мы будем ждать тебя. Shall be awaiting. Ой, добежал. Оп, получил. Врагам. И оп, еще раз. Ой, нет. В спину. Прямо в спину. Больно же. Так, на тебе раз, дальше снова в оборону, ты у нас зажигай, и
И... Ну и, наверное, просто стреляет. Вот поэтому. Так, ты у нас... Убей вот этого. И тоже... А, ты уже не сможешь в оборону встать, да? Жалко. Ладно. А ты... Убить так тоже не сможешь. Сколько надо на оборону вообще? 4 очка действия, да? Да, не хватит. Не так, не так. Тогда так лучше. Минус один. Супер. Воин. Стоп. Кто есть? А, да. Надо сберечь. Вот. А, и маг еще не ходил. Маг еще не ходил, и сюда он попасть не может, да? Ты там как-нибудь сам сдохнешь, наверное. А давай-ка мы вот разобьем еще парочку. Да. Обошел. Хитрый жоп обошел. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, как вас тут много. Да, эти просто сгорели там. Ой, как вас тут много. Так. Кого? Ну, давай, наверное, самого слабого. Потерянного оруженосца вот так. И еще раз вот так. Просто, чтобы не это самое. Так, а, и мои замечательные очки действия позволяют мне походить еще разик. На тебе еще. Так. О, достает. Или оруженосца добить. Нет, давай лучше поэтому. Он очень уж жирный. Ты у нас подойдешь сюда. И своим убер ударом долбанешь сразу по троим. Чудненько. Оруженосец отключился. Ну, конечно, не сдох. Ты у нас, значит, отсюда никого не можешь, да? Так, подожди. Давай-ка, сэр, блин. Ректор. Или кто-то там у нас, сэр Балан, да. Сюда. Вот это вот надо по голове надавать. Так, а теперь тебя куда бы поставить? Так, чтобы ты... Вообще никуда, да? То есть ты по этим вот... Ну, никак не можешь. Вот отсюда можешь... Или вот отсюда можешь. Вот отсюда можешь. Попробуем добить. Эк, вот этого товарища. Нет, его ты как раз тоже не можешь. Да что ж ты будешь делать? Так, чутка поближе нам камеру, пожалуйста. Как раз его ты не можешь. Ну ладно, хотя бы по этому тогда давай. Зато откинул. Неплохо, неплохо ударил. Дедок. Оп, влез. Отдыхай. Чудесно. Добиваем. Да блин. Добиваем вот этого оруженосца. Так. Ну-ка, все еще нет, да? Ну ладно. Вообще неплохо топориком-то работает, товарищ. Да? Ты у нас можешь? Можешь. А, смертельный удар? Да, могу. На. От души. Душа в душу. Но не сдох. И не вырубился. Так. Отойди. И добей. Чудесно. Мы избавились от заразы. Проклятие рассеяно. А я должен перед вами объясниться. Это да, давно пора, сэр Ректор. Я пришел сюда воскресить великих воинов былого, связать их заклинания. Решил огнем победить и огонь? Смело. Авалон осажден со всех сторон. Он должен устоять любой ценой. Неважно, что на кону, моя честь или ваша жизнь.
что случилось с деревней. Чтобы отпустить мертвых, земля требует крови. Я приказал своим людям убить часть жителей деревни, но заклинание сработало не так, как должно было. Ты исполнил жертвоприношение крови на могильнике? Здесь раньше удавалось успешно провести ритуал, но Авалон уже не тот, что прежде. Какой ты беспощадный ублюдок, сэр Эктор. Прими это как комплимент. Я изменился после смерти. И ни о чем не жалею. Будет еще время. Не здесь. Идем. Отлично. Так, миссию мы завершили. Так, единственное, я где-то тут сундучок видел. Вот он, вот сундучок. Тихо, в клавишах опять запутался. Так, забираем сундучок. Награда за кровь и пот. Еще есть сундучки? Должны быть. Не может быть, чтобы это единственный был. Так, а что здесь в крипте? Здесь покоится те, чья память не забыта. Да пусть воины всегда... Да пусть всегда славятся имена сих бравых воинов. Сир Авастан смелый, сир Калот непреклонный, сир Перинфаль хмурый. Окей, нехай славятся. Даже после того, как мы их второй раз уконтропупили. А, есть еще сундучок, вижу. Ну вот опять фэпосы упали. Странная херня. Руна для двуручного оружия, символ тяжелой брони. Это все хорошо. А можно мне еще сундучок? Всего два сундука вот на эту вот площадь. Как-то неприкольно. Еще крипта. Еще посвящение. Восстан смерлый, калот не да, ты же самый, понятно. Ну ладно. Вроде все, да? На карте сундуки вроде бы, ну, по крайней мере, здесь не видать. А, нет, вот есть один. Светится. Или он светится как пустой. Нет, вообще светится. И вот здесь, кстати, еще светится. Ну-ка. Давай-ка попробуем поглядеть, где там чего. Угу. Да, похоже, это этот сундук. Который я уже открыл. Или нет? Или да, да. Странно, а почему тогда не светится, который вот здесь был? Здесь алтарь, да? Ну ладно, раз это уже открытые сундуки, тогда ладно. Тогда пошли домой. В Камелот. Эйк. Проклятие обрушил на деревню сэр Эктор, обратившийся к запретным искусствам, дабы воскресить легендарных рыцарей и вернуть их на службу Камелоту. Заклинание не удалось, и все превратились в безумную нежить. Эктор искренне верил, что действует во благо Авалона. Но кто же он, полезный союзник или безумец, отягощенный грузом чудовищной вины? Да нам похрен, наверное. Так. Руна кровопускания выхода из боя. Еще какая-то руна кровопускания. Пронзающий талисман щитолома. Броненосный. Так, ну, короче, тут до хрена всякого. Кольцо резвости, украшение. 3 очка движения за первый ход в каждой стычке. Амулет защиты. Вот, трофей рассечения. Плюс 2 урона от рассечения. 2 бутылки жидкости. Самых. Хорошо, допустим. Так, ну самое главное, что я хотел посмотреть, да? Слава за злато. Барды и трубадуры сменяются при дворе как день и ночь, однако порой среди них встречается настоящий талант, алмаз среди каменьев, как, например, вот этот славный малый. Мой костелян клянется, что голос и талант парнишки не раз его спасали из передряг. Он выбирался из тенет пиктов и даже из темных подземелий мародеров. И вот мальчишка добрался до меня и предлагает сложить песнь о лорде Мордоде, великом мечнике, непонятом герое в обмен на скромные дары. Так, потратить опять же 400 монет, да, за принять. Так, преданность героев повысится на 1. Прошу сочинить песню о другом рыцаре. Преданность выбранного героя повысится на 3. А ничего, что я, например, не могу посмотреть сейчас, у кого какая преданность. И отменить я это дело, то есть отложить тоже не могу. Мне надо либо решать, либо отваливать. Это не есть правильно, ребята. Вот на самом деле должна быть возможность глянуть, у кого какая сейчас преданность. Так не дело. Ну,
В таком раскладе, я помню, что у меня у кого-то там по нулям было, но у кого именно не помню. Ну, придется принимать, вот, в общем-то, пусть мне воспевает. Хотя бы всем по одному уже хоть что-то. Так, сэр Экстер присоединяется, понятно. И, собственно, да, я хотел посмотреть, как у нас. Нет. От миссии ничего не поменялось. То есть то, что там миссия с крестами была, это просто, видимо, оформление дизайнерское. ТИКС. 350 строительных ресурсов, 732 золота. Есть собор, волшебная башня, ристалище и вот это вот все. А если я возьму волшебную башню? У меня нету, не хватает строительных ресурсов. На собор тоже. Так, понятно, ни на что, наверное, не хватит, да? Да, всему нужно 500 строительных ресурсов. А крипту мне пока не надо. Никто у меня еще не умер. Лазарет. 1000 вообще. 2000. Понятно. 1000. Ясно. Все понял, блин. Внизу неудобно. Лавка купца не улучшается. Окей. Круглый стол. Здесь пока тоже, так, 3000 золота. Тут у нас все за золото, да? Я герой в рыцаре, чтобы усилить их преданность. Ага. А что у нас означает в отряде? Ага, значок в отряде. Ну, так, ладно, хорошо, сейчас давайте тогда разбираться с героями. Не, во-первых, давайте качнем уровень. Так, Леди Диндрейн, 2 очка навыка. Что у нас в основном выстрелили? Дополнительные 20% против горящих? Или яд сделать? Вот какой мне смысл? Еще ядовитый выстрел делать. Разве что можно будет стрелять и так, и так. На один урон меньше. Разведчик. Вражеские ловушки на расстоянии в клетках, равных его восприятию. Давайте вот это вот возьмем. Их пока вроде нет никаких ловушек, но они ж могут появиться, правильно? Все, очков действий больше нет. ТИКС. И, кстати, опять же, куда-то задевались все руны и прочее вот это вот бага. А я что-то как-то это привык, что при необходимости оно как бы, ну, обычно в играх есть кнопочка показывать все, и по умолчанию стоит она. А тут вон еще сколько всего. Понятно. Так, ну и сэр Балан. Ярость. После каждого убийства дает плюс 10 к урону оружием на несколько ходов. Это хорошо, но я бы предпочел, сэр Балан, чтобы ты у нас плюс 15 к урону. На 10% урона больше. Дополнительное кровотечение. Джаггернаут. Плюс 5 к урону оружием за каждую пройденную клетку. Силовая атака. Защитная стойка, плюс 5 к броне на несколько ходов. Он неплохо так топориком своим хреначит, игнорируя броню фактически. Стоимость силовой атаки дешевле. Уязвимость будет, да? Но эти-то... А, нет, одно очко оно стоит. Или вот это вот все-таки... Так-то кровотечением он своим... Оно ему не очень надо. Он практически всегда убивает с одного удара. Скука. Оно уже есть. Ладно, давайте вот это возьмем. И, ну, наверное, силовую атаку. Ну, давай. А, она есть, да? Стоимость... Не, уязвимость. Вот так вот. Вот так вот. Так. Преданность хорошая. 10, отлично.
ценит товарищ наш. Да, вот Сергей что-то козлится. Плюс один, это потому что я этот самый министрелю заплатил. 6. Молодец, умничка, тоже 10% к урону. 4 у Балина. И тоже один у Серектора. Мистик, блин. Колдун старый. Крышей поехавший. Ладно, тогда давайте распределять вот эту вот красоту. Атакующий у меня есть для Серекея. Во, плюс 2 урона. И, да, плюс 2. А также еще 10% уязвимости и 2% длительность кровотечения. Хорошо. Хотя, подожди. Это у нас кто? Воитель. А еще есть у нас воитель? У нас есть еще воитель. А. А вопрос, кому из них дать, да? Наверное, все-таки лучше Серкею, потому что он будет бить по нескольким. И имеет смысл такая штука у него, да? Здесь хуже. Ну, а тебе это вообще не надо. Так, дальше. А дальше, собственно, только магу и вот этот вот посох и выбить, да? Тоже плюс урон. И плюс 2 к урону при выходе из боя. Это как вообще? Ну, не суть. Берем. Вот. А теперь наконец-то переходим к броне. И на броню мы можем повесить. Вот. Используется 18. Ой-ой-ой. Ну минус. А что это за значок? Очки действия. Ага. Минус 2 очка действия. Сигил. Гневный сигил. Плюс 4 жизни. А здесь чего у нас? Плюс 2 брони, плюс 12 жизни. Фигня. Плюс 12. А, ну это опять же героический. А. Характеристики одинаковые, но здесь восстанавливает одну броню при употреблении зелий. А здесь плюс один к несокрушимой броне в меньшинстве. Так, а тут плюс 4 всего. Дуэли. Нет, это неинтересно. Плюс 10% к урону за ход за каждый полученный удар. Блин, глаза разбегаются. Но, наверное, лучше вот это, хотя минус 2, блин, очка действия. Ну, вообще, на 2 удара все равно у меня остается, так что давайте его возьмем. Теркей. В принципе, те же сигилы, да? Угу. Ну, вот это мне нравится, да. Хотя тут жизнь, опять же, больше. Минус 2. Нет, он и так хреново машет своей шашкой. Так, а вот тебе можно восприятие. Плюс 2 жизни, либо минус 2 жизни. Зато плюс 2 брони и 1 очко, опять же, при движении при выходе из боя в начале хода. Я не понимаю, что значит при выходе из боя. Нет, лучше вот этот возьмем. Текс. Плюс 8 минус. Так, опять же минус. Неинтересно, это то же самое. А ну, а эти слабее. Ну, тоже так-то не сказать, что до хрена очки действия. 7. И 7. И 6. И 9. А так будет 6, да? Угу. 4 не хватит на 2 удара, да? Ну ладно, оставим. Оставим. А тебе игил пластин стали бронника. Восстанавливает так во время отдыха плюс 1 брони и минус 1 от урона, получаемого от дальних атак. Хорошая штука. Хорошая штука. Надеваем. Ну а тебе остается только вот этот минус 4. А, у тебя и сейчас тоже неплохо. 15 и плюс 5 жизни. То есть плюс 20 жизни у тебя, да, получается? То есть если мы снимем, должно быть 31. 46. Ну. Зато. А, очки ударов еще. А, ну да, плюс 15. Это очки ударов, это который. Урон, который вы способен. Да. Угу. А и плюс 5 жизни, все, понял. Ну тогда это тебе даже и не надо, да? Ладно, следующая закладка.
всякие разные талисманы. Это у меня уже есть. Это я не могу, колечко могу надеть, да? Вместо амулета закалки. 0 плюс 9. А что это у нас такое? Что за значки обозначаются, непонятно. Ну ладно, это слишком минус дает большой, да. А это уже такое есть. 2 очка здоровья. Ну ладно, значит ничего. Так, вот тебе можно прям вот, вот прям вешать, да? А, у тебя уже есть зубик. Опять же. 2 к длительности кровотечения, 2 к максимальному урону. Ну, лучше пусть будет длительность кровотечения. Да? А колечки — это колечки, да? Значит, 9. Устанавливать 2 очка здоровья при каждом убийстве, плюс 2 урона от всех атак ударами в спину. Нет, ты не так бьешь. Плюс 1 к урону от атак бдительности. 10 снижение урона выкрытия. 3 очка движения за первый ход в каждой стычке. Наверное, вот это вот. Вот атаки в бдительности. А, у тебя вообще ни хрена нету, да? Можно тебе повесить кроличью лапку или так. 2 урона от огненной стрелы, 16 жизней. Игнорирует 50% от показателя блока там. Блин, и то, и другое тебе хорошо бы. Только стрелок, только стрелок. И то, и другое, только стрелок. Наверное, все-таки вот это. И кольцо. Кольцо. Наверное, вот это. Ну... А, амулет тоже можно. Стоп. А, нет. Все правильно. Нет, кольцо. А вот здесь написано, что амулет. Да, можно. Но... Давайте вот это колечко возьмем. Не знаю, посмотрим, как оно будет работать. Так, и вам тоже, да, у вас... А, нет, у тебя черепок есть. Окей. Ну вот так, допустим. И бутылки. А, бутылки у нас общие, да. Ну все, по одной у всех. Хорошо. Допустим. Теперь надо продать барахло, которое барахло. Вот. Которое совсем простое. И мне не надо. Остальное-то может каким-нибудь следующим героям еще пригодится. А это можно продать. 807. Ну, 1000 все равно не набрал. Денег нет. А значит, новая награда испытания доступна. Так, испытание. Убей врагов без урона одной атакой 40 раз. Хорошо. Награда за выполнение — эссенция увечья. А, это то есть выполненная. Выбранный герой получает плюс 10 к шансу нанести двойной урон. После использования дает герою постоянный эффект. Действие нельзя отменить. А, получить? О-о-о. А теперь вопрос, кого бы его... Кому бы залить? 10% так. Шанс двойному урону Мордреду. Сыру Кею хорошо бы это было на массовый особенно удар. Посмотрите, чтобы он вот махнул по троим, да еще и двойной урон нанес бы. Так что я, наверное, к этому варианту склоняюсь. Тебе как, здесь надо применять, да? Ну давай. Потратить ресурс на сыру Кея, да. Постоянный эффект, нельзя потратить на одного героя больше 4 порций. Окей, учтем. Эссенция увечья. Отлично.
Так, и что еще у нас тут интересного? Герои, история, можно почитать, всякое обучение, игровой механики, статус эффекта. Окей. Дарт присоединяется, да, с тобой мы уже разобрались, и, собственно, тогда, да, здесь все без изменений, на карту. А, еще побочные миссии. Блин. Блинский блин. А по квесту-то мы когда пойдем? А, четвертый уровень. Вообще тут, да, четвертый. Четвертый, у меня пока четвертого-то нету. Следующая миссия. Ну давайте, история сэра Ивейна. Воронья пущина издавна славилась грозной репутацией, но после шторма этот лес стал еще опаснее. Слухи о тьме, поселившейся среди деревьев, достигли ушей сэра Ивейна, отважного безземельного рыцаря. С тех пор, как он углубился в чащу, лес заволокло густым туманом. Мы не знаем, что скрывает его жуткая пелена, но здесь явно кроется проблема из тех, что решается лишь доброй сталью. Помоги сэру Ивейну выжить в таинственном лесу. Разбойники, получим сэра Ивейна. Так, я могу поменять героев в отряде. У меня 4 человека всего. Я бы взял, конечно, себе мистика. Но вопрос в том, хочу ли я его брать вместо лучницы. Еще, кстати, надо Балина взять. Да, наверное, знаете, чтобы прокачивать всех, давайте мы возьмем... А, не так. Окей. Вот так. Вот. Пойдем с Балином вместо Балана. И с Эктором вместо лучницы. До третьего уровня их тоже качнем. А, единственное, пока я хотел что... Я хотел глянуть насчет вот этого вот героя ректора террасовые. Есть ли что будет, если я вас сюда посажу? Ничего не будет. А это что получилось? Это что? Что переносится? Не ясно. Но нет, они, короче, туда не переносятся. Это тоже. Не знаю. Ну, нет, так нет, ладно. Двинули дальше. Помогать сэру Ивейну. Поехали. Подождите, что происходит? Как будто темный вихрь за невидимым занавесом. Древнее место. Никогда не чувствовал ничего подобного. Ах, несчастные души. Так. Ну, все опять же плохо. Найти сэра Ивейна. Окей, сейчас, секундочку. Так, в общем, пока так. Я все-таки поставил более низкие качества графики. Вроде все-таки немножко побольше фэпосов, так, хотя тоже, конечно, не фонтан. Проклятый лес. Пойдем искать сэра Ивейна. Довольно, умри уже. Ага, а вот и сэр Ивейн. Говорится, нашелся быстро. Не, обратно все упало. Какие-то приколы, блин, цыганские. Так, да. И можно... Нет, подожди, ты же можешь у нас... Да, ты можешь у нас расставлять капканы же. Давай ты еще капканчики поставишь. А, все, не можешь. Блин, ладно. Тормознул, ну окей. Может, к нам кто подойдет? Так, магик наш, магик. Давай сюда. Долбани вот по этому. Здесь у нас человечки, так что все будет быстро и больно. Хотя я еще думал насчет того, чтобы... Ой, кажется, ты умер на капкане. Насчет того, чтобы повысить уровень сложности. А он у нас, кстати, арбалетчик. Вот вообще хорошо. Хорошо. Термордит. В атаку. Оп.
Ой, кажется, все. Ну ладно. Не, давай ты вперед. Ах ты, собака, блин. Ну ок. А ты не доходишь, да? Ну ладно. Тогда вот так поставимся на всякий случай. А, у нас же еще маг, да. У нас еще маг колдует. Я про тебя забыл. Тогда вот этого добей. И дальше. Ах ты, суч. Спину. Падла, это я тебя не подумал. Ну ладно. Стойте, прежде чем подойти ближе, скажите, вы настоящие? Оригинальный способ приветствовать братьев рыцарей. Если вы настоящие, то вы в опасности. Попались в эту ловушку, как и я. Мы настоящие, может быть, вы в этом уверен. Что происходит в этом лесу? Из этого леса невозможно уйти. Каждая моя попытка заканчивается тем, что я снова оказываюсь здесь. Я больше не могу. Кто ты такой, что здесь делаешь? Я сэр Ивейн. Делаю то, что и всегда. Ищу приключений, если повезет, даму сердца. Давно не доводилось слышать такой глупости. Боюсь, тут не поспоришь. Это худшее из моих приключений. Как ни посмотри. Что ты здесь ищешь? Я хотел узнать, что за сущность преследует этот древний лес, а встретил свой самый страшный кошмар. И что это? Маг? Великая волшебница? Мой древний враг. Проклятый сэр Готфрид. Ты, должно быть, шутишь. Ну, во всяком случае, это не настоящий Готфрид. Тот рыцарь обладает нечеловеческими способностями и становится сильнее с каждой битвой. Ты не похож на человека, способного победить в поединке. Я и не говорю о поединке. Я нападаю из теней. Я выдающийся стрелок и все равно не могу победить. Тогда тебе повезло. Мы поможем тебе и уйдем отсюда все вместе. Эрвейн присоединяется к отряду, куда он присоединится в конец. Окей. Так. Это у нас что такое? Где-то... А, просто тоже. Просто птички, просто рыбки, да? Безо всяких. Можно подумать, что это самое странное приключение из моих приключений. Но однажды в Британии я спас льва от дракона и обрел верного спутника на долгие годы. Ну вот те и на. Так, а, ну да, правильно, это так, а это вглубь. Ну хорошо, пойдем поверху. Поищем тут что-нибудь интересное. Ну ничего интересного, кроме трупов и чаек на них пирующих, тут нет. И каких-то алтарей. Костями. Ну ладно. Скелетончик-то не пустой. Зелье и 17 копеек. Еще интересный сундучок. И чей-то трупешник рядом, да? На палке. За это стоит умереть? За 16 монет? Не думаю. Оп, туман появился. Да, шикарные приколы графики. Я с них просто тащусь. Рыба-кит. Это нечестивый служитель Готфрида. Будьте осторожны, он умеет призывать молнии. Угу. Эйк. А где он? А, вот он. 63. Нистовый кошмар. Так. Через эту хреновину пройти нельзя, да? Здесь можно, интересно, обойти? Не ясно. Ну ладно. Давайте встанем сюда. Тербалин. Тербалин. Два очка действия. Нет, давай-ка ты, наверное... Станешь сюда. Опять же в оборону.
Колдуй, дед. Никуда тебя не могу поставить, а ты... Так, не достаешь до этого, да? Ладно. Ну, давай тогда по тем будем бить. Отдыхай. Так, что у тебя? Бронебойный выстрел. Дальний атак наносит 75% урона всем... Ага, бойцам напрямую. Блин, классная вещь, только... Только непонятно. Ага, вот здесь можно встать. Ну, давай, здесь и встанем. В оборону. Так, а тебя куда бы поставить-то? А. То есть ты все равно туда, ну никак, да, у этого чувака. А, вот отсюда можешь, ну-ка. Ну, делать нечего. Этого гада надо выносить раньше всех, потому что он молниями будет кидаться. Ой, я забыл сохранить. Ну ладно. Ой, масс-спел. Ну что-то он как-то не стрельнул. Я не понял. А что за клетки появились? А, это куда? А! То есть он кастует, а потом будет. Ага. Ну так это круто. Это ж круто. Это ж очень даже круто. Ready. То есть вот он скастовал, и, видимо, на следующем ходу только будет этот самый. Молнии упадут. Так. Да, могу. Дальше не могу. Ну, давай тогда этих все-таки продолжим долбить. Гляй. О, и как раз под молнию его и подставил. Нормас. Так. Можно вот по этому стрельнуть. Вот так вот, да? Как раз двоих зацепит. Хотя и поэтому двоих зацепит. То давай. Нормально. Прикольная штука. Ну и еще можно дострельнуть. Оп. И сейф. Оп. Да, все равно попало. По моим. От души попало, кстати. Сыркею так. В общем-то сейчас хреновенько придется. Придется бежать дальше, с этой стороны обходить. Ты придется тебе бежать сюда. Потому что сэр Кейнус шаг вперед сделает, а потом вот так вот рубанет. Да. Ты нас займешь его место. Ой. Оу, как Вейна приложила, а? Как его приложила? Отдохни. Все, больше ни в кого попасть не можешь. Тоже ты. Ну, хотя бы так. Магик наш можешь достать, да? Ну, давай долбить. Тут как бы по-другому и не получится. Сукин кот. Сукин кот. Блин, а здесь подойти как раз под молнию поставить, подставиться. Ну и не подходить нельзя, это сволочь, блин.
Так. Ну, давай так хотя бы. Подождем. На тебе самого под молнию. И чтоб не убежал. И надо куда-нибудь ему отойти, но, блин, тут везде. Везде-везде. Вот сюда есть. Ой! Кажется, я получил по спине. Так, сэр Балан. Куда бы тебе. Подожди. Можешь его убить. Тоже надо, блин, отходить. А то тебя убьют. Вообще причем. Конечно, могу отойти туда. Вопрос в том, достанет ли там меня молния. Жаль, отсюда я его не достану. Вот отсюда достану. Но там все-таки непонятно, бьет она по клетке или по соседним. Мне казалось, что в прошлый раз она и по соседним достала. Давай отойдем просто. Просто отойдем. Ну, окей. Замечательно, убил. Это хорошо, значит, можно отойти, допустим. Вот и как тут плотно-то накидал этой дряни. Ну, допустим, сюда. Здесь точно не должен достать. Все. Ну, смотрим. Кому прилетит. Никому не прилетело. То есть все-таки по клетке бьет. Значит, я просто не увидел, что он ударил по этим клеткам. А этот хилится, падла. Ну-ка. Оглушишь? Ну, как минимум, ты его уронил, да? Руби, гада. Хорошо. Душевно. Так. Так. Ты не добегаешь. Опять же, ну ладно. И ты. А, ты добегаешь. И добиваешь. Отлично. Да смилуется Господь над их душами. Ну, нехилый такой чувачок-то получился, да? Ну, как мне покоцал-то изрядно. Мне срочно нужен алтарь. Срочно нужен алтарь. А пока у нас тут впереди только где-то сундучок. А, вот. Даже не один. Еще что-то для двухручного оружия. Здесь, наверное, просто зелье. Хорошо. Ладно, интересная локация. Но продолжим ее проходить тогда уже в следующей серии. А эта серия на этом все. Продолжим на низкой качестве графики, но, в общем-то, как опять же говорю, на количестве фпсов это ну, никак не сказывается. Ну, чисто вот визуально кажется, что оно быстрее немножко все-таки ребята бегают. Ну, посмотрим. Ладно. Если вам понравилась серия, ставьте лайк. Если не понравилось, ставьте дизлайк. Оставляйте ваши комментарии. Делитесь впечатлениями об игре. О моем канале, о моем прохождении этой игры. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Также подписывайтесь на группу ВКонтакте. Ссылочки есть в описании. Ну и не забывайте жать на колокольчик, дабы не пропустить выход новых серий. А у меня на этом на сегодня все. Всем спасибо и пока.